Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку, колокольчик. Как избавиться от сорняка, от березки, от свинороя, в общем, от любого сорняка, будь то борщевик, без разницы. Я по-разному экспериментировал с уксусом, экспериментировал с эссенцией, с торнадо, ураганом, химическими препаратами, в общем, раундапом. Они все дают результат. Но чтобы наверняка, чтобы уничтожить, вот, к примеру, как свинорой, у него корневая система очень мощная. Люди знают, что его только, как многие говорят, перекапывать. Ну, перекопаете, все равно он будет с соседних участков ползти, либо с улицы. В общем, проблема такая постоянно с ним. Вот, в округе тут вообще свинорой за участком. И, в общем, я сделал таким способом. В общем, вот на 9 литров воды я размешал и раундап, и торнадо, и ураган, и добавил, в общем, эссенции. И таким способом вот я начинаю проходить, в общем, заправил. Я в одном месте прошелся, там я пожег весь свинорой, перекопал, в общем, тот участок. Сейчас вот у меня тут местами, сейчас пройдусь. Это обычная у нас трава. В общем, а вот здесь у меня был свинорой. Вообще конкретно. Я его весь пожег, а потом сухой весь, ну и перекопал участок. Теперь его нет. Таким способом: раундап, торнадо, ураган и эссенция. В общем, только так. Ну, кое-где боюсь обрабатывать, так как, чтобы не загубить, к примеру, где малина, в таких участках, чтобы малину, тут виноградник тоже, в метр от виноградника я брызгаю, чтобы тоже не уничтожить. В общем, пишите комментарии, подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. Всем удачи, всем пока.